Здравствуйте, меня зовут Ержигит, я живу в Аксу, мне 19 лет. Я вчерашний выпускник Аксусского колледжа черной металлургии. Свой выбор сделал много лет назад, когда слушал рассказы своего отца о его работе у печи, когда во время учебы приходил на практику на Аксусский завод ферросплавов. Я выбрал настоящую мужскую профессию и точно знаю, что буду обеспечен работой и стабильным достатком. У Берика в мечтах взять кредит, закупить товар, продать и быстренько разбогатеть. План, как мне кажется, провальный. Связать судьбу с заводом решили еще пятеро моих сокурсников. Жаль, Берик плюнул на свой диплом. Ура! А я теперь работник Аксусского завода ферросплавов. Сегодня после курса по технике безопасности получил доступ к своему рабочему месту. Жарко у нас в цеху, но уверен, не сбегу. Есть у меня наставник Серик Ага. Мужчина он строгий, мудрый и с отличным чувством юмора. Уверен, с его помощью выйдет из меня толк. Я ж парень не бестолковый, да и генетика у меня неплохая. На заводе все сделано для удобства рабочих. Я получил спецодежду. Кстати, очень удобная и сшита из хорошего материала. У нас есть бесплатные обеды. И не надо говорить, что бесплатный сыр только в мышеловке. Кормят нас вкусно и сытно. Правда, до кулинарных шедевров моей мамы с заводским поваром еще далеко, но шанс получить звезду Мишлена у них есть. Рабочий день у меня точно по графику. Сегодня на заводе в торжественной обстановке прошло посвящение в молодые рабочие. Молодых у нас много, но и старикам почет. Вместе мы сила. Коллеги рассказали, что у нас на заводе можно найти занятия по душе. Есть спортивные секции, кто-то посещает кружки художественной самодеятельности, кто-то активно занимается рационализаторством, мы также активно помогаем нуждающимся. Свою лишнюю энергию я решил направить в спорт. У нас отличная футбольная команда. Играем не хуже Роналду, Месси или Зидана. С удовольствием участвую в волонтерском движении нашего завода. Кстати, на одной из благотворительных акций заметил красавицу Айдану. Улыбка у нее обворожительная. Уже узнал, что она работает лаборанткой в центральной заводской лаборатории. Надо поближе познакомиться. Жизнь на заводе бьет ключом. У меня появились новые друзья. Окончил несколько полезных курсов на предприятии. Весело отмечаем праздники. В роли зрителя посетил конкурс художественной самодеятельности. Поучаствовал в спартакиаде. Пока на местном уровне. В следующем году поедем на вторую спартакиаду ERG. Сыграл в КВН за сборную нашего цеха. В планах выехать на корпоративный КВН в Астану. Уверен, наши шутки будут круче столичных. Еще одно важное событие в моей жизни. Думал-думал и решил таки поучаствовать в конкурсе по профмастерству. В итоге вошел в число победителей конкурса. Убил сразу двух зайцев, показал, на что способен, и получил премию. Как же это приятно получать 13-ю зарплату. Я как раз собираю деньги на свадьбу. Айдана ответила взаимностью, и мы уже несколько месяцев встречаемся. Надеюсь, она дождется меня из армии. Что ж, год без родных, завода и любимой. Но понимаю, служба в армии – долг каждого казахстанца. Начальник сказал всем призывникам, что пока мы будем служить в армии, рабочие места будут закреплены за нами, и после возвращения мы снова гарантированно вернемся на завод. Спасибо коллегам, молодых солдат проводили достойно, еще и посылку с завода прислали. Помнят, а мне по ночам снится моя родная печь. Конец первой серии. Продолжение следует.